Итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed. В общем, у меня серия не записалась в очередной раз, поэтому сейчас датчик прогресса зайдем. И у нас, в принципе, часть 10 уже. В принципе, все, у нас уже 11-я часть последовательности, да? Или нет? Хрен знает. Ну, короче, казнь, поехали. Заново. Не записал, что у меня серия ни хрена, а это, конечно, печально. Короля уже ведут. Жермен точно будет здесь? Да, уверен. Так чего мы ждем? Разделимся. Так проще искать. Ведите преступника. Так он прыгивает. Арно, месье Жермен, хочешь узреть возрождение Ордена Тамплиеров? Ведь ты видел его зачатие. Месье де Лассар. Я объяснял ему. Орден прогнил изнутри, цепляясь за власть и привилегии. Но вы все исправили, так ведь? Убив того, кто был главным. Нет, смерть де Лассара лишь первый шаг. А это кульминация. Граждане,
Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Надеюсь лишь, что моя кровь поможет народу Франции обрести счастье. Корона — лишь символ. Символы порождают страх, а значит, возможность управлять. Но люди больше не боятся символов, как видишь. Демоле хотел доказать одно. Божественное право — это не более, чем блеск золота на солнце. Когда корона и церковь падут, решать станем мы, владельцы золота. Жан Демоле, ты отомщен. Увы, мне пора. Удачи. Убить. Беги! Впечатляюще. Арно, зачем? Беги за ним! Я тебя здесь не брошу. Вы, концы, умеренно. Задержитесь, дорогой! Защищать магистра! Элиза, надо идти! Я справлюсь! Элиза! Черт! Давай за ним! Я не пойду! Проклятие! Он уходит! Элиза, стой! Я тебя сразу прибью! Как поймаю, на куски порежу! И что это? Еще они идут! Я справлюсь! Беги за Жерменом! Иди за Жерменом! Черту его! Не глупи, одна ты с ними не справишься. Иди, я задержу. Быстрее не можешь? Еще иду. Убейте всех. Беги за Жерменом. Иди за Жерменом! К черту его! И у тебя духи! Не глупи, одна ты с ними не справишься! Иди, я за... Сейчас, секунду. Продолжаем, ребят. Держу! С чертовым адорантистой только трупы делать! Он от меня не уйдет! Элиза, стой! Элиза, стой! Эй, я тут, красавчик! Мы раскроем ваши предательские планы! Или просто признаем виновными! Хорошие умения! И грязный предатель! Быстрее не можешь? Одышка! Бегайте! Подпускайте, Жермен! Элиза, все, идем! Он меня не уйдет! Нет! Ты сдохнешь! День добрый, гражданин. Никого. Он ушел пешком. Да! По-моему, это пошло и... Элиза! Вы не должны это делать.
toutes les capacités intermédiaires. Ушел. Черт! Такой шанс! Ничего, мы найдем другой след. Да нет же! Он знает, что мы у него на хвосте и скроется. У тебя был единственный шанс покончить с Жерменом, и ты его упустил. Чтобы спасти тебя. Кто тебя об этом просил? Да о чем ты? Я рискну всем, чтобы убить Жермена. И если ты к этому не готов, я справлюсь сама. Элиза! Элиза! Не хочу, чтобы еще и вторая записывала, потому что не хочется лапы запоминания отправлять перед прохладом.